каждый день электропоездами Красноярской железной дороги пользуются десятки тысяч человек. Летом на пригородных направлениях их число значительно увеличивается. При этом никто из пассажиров не минует посадочной платформы. А потому благоустройство пассажирских платформ магистрали – социально значимое дело железнодорожников. Все для пассажиров. Красноярская железная дорога ведет обновление платформ на станциях и остановочных пунктах. Даже на самых маленьких уложенное комфортное асфальтовое, железобетонное покрытие или тротуарная плитка. Пассажирам очень нравится. Буквально 5-6 лет назад все платформы практически у нас были засыпные. То есть они были без всякого покрытия, гравий. Конечно, к каждой платформе свой подход, в зависимости от числа пассажиров. Но все остановочные пункты выполнены в едином стиле. На платформах устанавливают навесы, под каждым удобные сиденья. Те, кто часто пользуется электричкой, уже успели это заметить и почувствовать. Я вот приехал с большого города, грубо говоря, да? Конечно, мне лучше в туфлях идти по платформе, чем по гравию прыгать. Два раза прошелся, туфли выкинул. Конечно, хорошо. Козырек, от солнца можно спрятаться, от дождя. То вот так вот сидишь, грубо говоря, ждешь электричку, и что потом, куда? В дом кому-то идти проситься, чтобы не промок. Мне нравится. А еще павильоны билетных касс, яркие фонари, надежное ограждение и многое другое. Что-то установят, а что-то отремонтируют. 30 миллионов рублей потратят на это в 2013 году. Железнодорожники проводят и будут проводить такую работу ежегодно. Пассажиров просят лишь об одном – бережно относиться ко всему, что сделано для них.